переходим на второй уровень выбора партнеров, который осуществляется уже на эмоциональном уровне. То, что мы называем любовь, привязанность, да, либо влюбленность. И когда возникает чувство близости и желание быть с этим человеком рядом, вот, то, естественно, вы знаете, браки по любви, они преимущественно в нашей культуре заключаются именно по любви. Свою готовність до шлюбу чоловіки відчувають після 30, жінки – після 25. Саме звідси і береться оптимальна різниця у віці між чоловіком та дружиною – 4-8 років. Обычно молодые люди, вот 20 до 30 лет, они склонны больше выбирать себе партнера по сексуальному признаку, да, и по вот этому критерию физической внешней привлекательности. К 30 годам уже меняются критерии выбора, и уже больше идет эмоциональный фактор, любовь, привязанность, общность какая-то, интересом. У психологічній термінології жінки, як і чоловіки, розподіляються за своїми категоріями. Якщо чоловіки є високорангові та низькорангові, жінки – високопримативні та низькопримативні. А за яким рангом можна розподілити жінок? Ви знаєте, що стосується ранга, то він не срабатує. Тому що високорангові жінки успішні в кар'єрі, умні, незалежні. Бізнес-вумен, так? Да, вони сексуально и эмоционально для мужчин непривлекательны. Почему? Потому что мужчина видит перед собой не женщину, а второго мужчину, да, образно, скажем так, и вступать ему в гомосексуальные отношения не очень хочется. Поэтому, возможно, такие женки, они часто остаются без партнера, да, в ущерб вот, личной жизни, делают свою карьеру, возможно. При выборе партнерши мужчина руководствуется тоже тремя факторами. Вот первый фактор – это новизна женщины. Это чисто в сексуальном плане. Говорят, что сексуально привлекательной для мужчины является новая женщина. Почему? Потому что для сексуального влечения необходимы новизна, интрига и тайна. И все ж таки, как у человека, так и у жінки є свої привабливі типажі. Можливо, обранці не будуть схожі між собою зовнішньо, але їх буде об'єднувати якась риса характеру. Людині притаманне повторюватися та робити ті ж самі помилки на підсвідомому рівні. Мужчинам нравятся и блондинки, и брюнетки, а кому-то нравятся эти и другие, и полненькие, и худенькие. То есть, скажем, любая женщина может стать объектом интереса мужчины. И даже больше вам скажу, когда речь идет о взаимном влечении, то здесь даже играют большую роль не внешние стандарты 90-60-90, а внутреннее обаяние. Примативность – это соотношение рациональной части в женщине и чувственно-страстно-инстинктивной части. Так вот, оказывается, женщины считаются высокопримативными, когда они живут чувствами, то есть страстями, инстинктами в большей мере, чем разумом. Поэтому вот говорят, что мужчины не любят умных женщин. Такая женщина эмоциональная, да, вот такая непредсказуемая, она умеет играть красиво, она умеет интриговать, она умеет соблазнять. Но такие женщины являются плохими женами, потому что они эгоцентричны, они капризны, они плохие матери, да, они плохие хозяйки. Для такой женщины смыслом жизни является ее привлекательность, внимание и восхищение мужчин. Поэтому такие женщины всегда мужчин держат в напряжении. У него нет уверенности, что она будет на 100% его. У большинства случаев кого они выбирают? В идеале мужчина бы хотел иметь двух женщин рядом. Одну жену со всеми критериями, а другую подругу. Дві жінки для чоловіка – це непогана фантазія, але більшість з них на практиці в реальному житті не можуть існувати між двох вогнів. Такі полігамні відносини створюють лише метушню і нікого з учасників не роблять щасливими. За винятком тих ситуацій, коли чоловік вміє мудро розставити пріоритети і зробити обох жінок задоволеними. Кожна жінка мечтає об ідеальній любові, а вірному партнері, який буде її єдинственним. А ви погоджуєтеся, що чоловіки та жінки ніби з Марса та Венери? Настільки різні, що навіть думаємо по-різному. Да, действительно. Но Марс и Венера – это метафоры.
Так. Вот в планетарной символике Марс – это энергия, это активность, это самостоятельность, независимость, то есть это мужское начало. А Венера – это планета женская, это гармония, это любовь, это мягкость, это эмоциональность, это красота. А який чоловік може утримати жінку, яка є високопримативною? Так. Вы знаете, таким женщинам нужен мужчина, который не будет подчиняться, не будет ни в коем случае подкаблучным мужчинам, а будет держать их в жестких таких руках, доминирующих, да, и будет несколько вести такую игру, это называется вот сексуальные игры, которые мы ведем часто бессознательно в наших партнерских отношениях. Но только это должна быть игра, женщина должна играть. Женщина мужчину может удержать любовью, да, нежностью, заботой, с одной стороны, а с другой стороны игрой, интригой, флиртом, кокетством, соблазнением. Я вам скажу, что мужчинам на самом деле трудно быть рядом с женщиной, потому что это искусство. Одна з дискусіонних тем – зради. Але сьогодні жінки з чоловіками зрівняли позиції. Жінки теж претендують на полігамність. Дело в том, что разные есть причины измены. Есть измены такие одноразовые. Физичные, да, душевные. Вот, вы знаете, вот в парных отношениях, в брачных, существуют некоторые даже периоды кризисные. Первый – это на третьем году супружеской жизни возникает, когда исчезает романтика отношений, идеальный образ партнера уходит, и приходится жить с реальным человеком. Второй кризис, вот, когда возникают измены, самое большое количество, 7-8 лет. И в чем здесь причина? Исчезла новизна, да? Исчезли острые ощущения. И еще есть один период, почти перед серебряной свадьбой, 20-25 лет супружеской жизни, когда тоже увеличивается число измен, и даже бывают разводы, дети уходят из семьи. Як ви ставитеся до того, що жінки зраджують душею? А чоловіки фізично? А это природа такая, женщины и мужчины. Мужчина больше ориентирован на секс, а женщина на любовь, на отношения. Поэтому у мужчин чаще измены на сексуальной почве возникают, а у женщин на эмоциональной, когда возникает любовь, привязанность. И очень часто это бывает в том случае, если она не удовлетворена. А яку б ви дали пораду, як психотерапевт? Перш за все, для тих, хто хоче зустріти свою другу половинку, для чоловіків та жінок, як їм треба діяти, чого не треба боятися? Ну, для женщин, прежде всего, я скажу, дорогие женщины и девушки, не бойтесь быть привлекательными, соблазнительными, обаятельными, сексуальными. Привлекайте к себе внимание, будьте веселыми и жизнерадостными, чтобы глаза у вас горели, чтобы из вас бурлила жизнь и энергия. И тогда мужчины сами будут к вам притягиваться. И не бойтесь, что вам не хватит или вы недостойны какого-то хорошего партнера. Нужно иметь высокую самооценку и, знаете, такое чувство, что я настоящая женщина. Я красивая, я привлекательная. И тогда внешний мир отзовется именно тем, что вы внутри чувствуете себя. Что касается мужчин и парней, я им советую быть смелее и уверенней, не бояться знакомиться, не бояться подходить к женщинам, потому что мужчины часто стесняются, теряются, боятся быть отвергнутыми и боятся познакомиться, боятся проявить инициативу, сделать первый шаг. Будьте активными, инициативными, и даже если женщина вас вначале отвергает, вы ей никогда не верьте. За ее «нет» всегда стоит «да» или такой вот «попробуй еще». Да, это своего рода сексуальная игра. Поэтому не отчаивайтесь, если у вас первая попытка знакомства не состоялась. Продолжайте дальше, будьте настойчивыми. Женщины любят, чтобы их добивались. А женщины немножко должны мужчин интриговать, создавать такую игру в догонялочке. Знаете, она привлекает к себе внимание, потом немножко уходит в сторону и возбуждает в нем инстинкт охотника, чтобы он за ней побегал. Потому что мужчина, если он получает добычу сразу или трофей, он ему не очень интересен. А вот когда он поборется, побегает, посоперничает, вот тогда эта женщина для него очень ценная. Поэтому смелее и увереннее.
Mm-hmm.